Так, всем привет! Сегодня рубрика у нас будет «Эксперименты». У нас есть вот такая вот китайская хрень, да, и есть побитый экран телефона. Будем дивиться, как оно работает на трещинах. Вот у нас трещины, побитый экран. Китайцы на видео показывают, что просто заливши вот это все вот этим средством, трещины должны заполниться и исчезнуть. Сейчас будем проверять, работает или нет. Итак, распаковываем, дивимся, что есть в наборе. Ой, тут какие-то пленочки. В наборе есть какие-то пленочки, инструкции. На английском, ну и на китайском. Судя по всему, это шкребок, да, шкребок. И вот такая какая-то хрень пластиковая. Ну, на видео показывают, что просто наливают и накрывают пленкой. Якесь время выжидают. Ну, на этом написано 20 минут. Так что будем делать так, как делается на видео. Берем антисиликон, смачиваем тряпочку. Я считаю, что надо обезжирить перед любой манипуляцией, с каким-то клеем герметиком. Обезжириваем. Вот, вот такие вот средства. Опять же, не слово по-нашему, даже хотя бы российского. И пробуем наносить на дисплей. Так як реклама цього средства дуже красива, дуже красиво, быстро все работает. Все красиво закрывает. Даже вот такие вот повреждения, как вот на данном экране, оно має полностью сховать и ничего не должно быть видно. Так. Закрываем колпачком. И кладем пленку. И можем выгнать воздух. Вот так у нас получается, да? Трещинки видно. И очікуємо. Сейчас вынесу на солнце. Хай полежить на солнце. Вот так, как в инструкции написано, воно полимеризируется від ультрафіолетового світла. Ось і пройшло 20 хвилин. На сонечку воно полежало, він наче застиг, але так візуально я не бачу ефекту. Убираємо. У нас тут є якийсь шкребок. Зараз шкребуємо остатки клея. Возьмем, ну, протрим,
якимось обожирювати. І подивимося. І ось дивимося, да? От дві тріщини. Ось дивимося, да? І ось дивимося, тріщини як були, так і залишились. Їх повністю видно. Ніякого результату, ефекту нема. Я ставлю відео, як це відбувається у них. Як вони його рекламують. Не ведіться на рекламу, бо це зовсім не так. Воно так не працює, як хотілося. Якщо воно не працює на склі мобільного телефону, як і тоненькі, то на автомобільному навіть експериментувати не буду. Сенсу немає.